Как-то Ленин возвращался с пленума КПСС. Смотрит, пиво продается. Он без очереди влез, растолкал людей локтями, банку тетке протянул. Тут же сзади его кто-то аккуратно подтолкнул. Ленин хитро обернулся, кепку снял. Не узнаешь? А рабочий удивился. Ленин? Ну ты, блин, даешь. Тут же очередь, наверное. Пиво пьет рабочий класс. Что ты лезешь, пень с ушами? И заехал между глаз. Ленин вышел из больницы, революцию свершил, и в хорошем новом доме он квартиру получил. Только много недоделок, пол скрипит и кран течет. Чтобы Надя не трындела, он сантехника зовет. И заходит тот рабочий. Ленин в раз его узнал. Ну а кран-то делать надо. Утерпел, не расстрелял. Почесал сантехник репу. 100 рублей, папаша, с вас. То, что делали вы в мойку, надо делать в унитаз. 100 рублей? А что ж так много? Может, деньги отменить? Ну и кто бесплатно будет унитазы вам чинить? Всю загадили Россию, без лопаты не пройти. Может быть, товарищ Ленин, нам с тобой не по пути? Улыбнулся Ленин хитро, трубку взял, звонит в ЧК. Раньше это было просто. Хлоп, и нету мужика. А мораль у этой басни надо за собой смывать и зарплату всем рабочим без задержек выдавать.